Итак, сейчас утром, второй день в Барселоне, и мы идем на канатную дорогу, чтобы поехать в парк Монжуик. I seen better days dripping down your face. We don't have to talk. Сегодня я взял камеру без чехла, в надежде, что будет лучше слышен мой голос. Мы подходим к башне, я не помню, как она называется. Вот, вид на нее, там лифт поднимается сейчас. И на ней начинается канатная дорога на гору. But I don't need much more than faith. For all the times it felt alone, dreaming better. Тихое, спокойное место, уголок природы. Мы попали в какой-то приятный парк. Мы пришли к музею национального. Прямо на улице есть эскалатор, мы сейчас прямо поедем вниз. Вернемся сюда вечером, но может и не вернемся. Здорово, когда нет снега и можно эскалатор проходить на улице. Хотя может он и снег ни по чем. Мы в Праге видели эскалаторы в метро прямо с улицы начинаются, а в Праге где снег. Может они не работают? Но может и без разницы, есть снег или нет. Просто у нас их не ставят. Мы идем в парк Гуэля. Мега улица крутая. Вот мы только что с того холма приехали, вернулись. И там мы были вчера. Поднялись на вершину парка.